бомбе напали. Так, это, блин, фейл. Пусть строит все подряд, на самом деле у него может не хватить там на денег на. База атакована. Пустота. Так, не успел потратить бусты, ну ладно. На наши зомби напали. Не хватает минералов. База атакована. На наши зомби напали. Так, нужно убить этих дарков. Блин, это косяк с моей стороны был. На самом деле. Ваши войска вступили в бой. Я здесь. Требуется больше виспена. Я. Мои навыки пригодятся тебе. Так, Юрий строит колоссов. Ну и я, собственно, тоже этим займусь. Добавляем дарка. Требуется больше виспена. Не хватает. Не хватает минералов. Мы.
Нужно добавить китов. Жизнь вроде как налаживается. Пустота. Проверяем, здесь пилон, да, здесь есть пилон. Скоро надо будет делать выход. Отступаем. Недостаточно энергии. Он делает выход сам. Недостаточно энергии. Не хватает минералов. Я здесь. Я вернулся, чтобы служить. На наши зомби напали. Я здесь, среди теней. Происходит драка. Народу много, но я убиваю. Я здесь, среди теней. Улучшение завершено. Потому что. Пустота. Не надо было меня. База атакована. Выцеплять там. Я здесь. Отступаем в тень. Жизнь за Айур. Отступаем в тень. Так. Вот этим чисто наземным войском оставляем там. На стол керами. Идем отбиваться сюда. Сегодня не удалось. Не удалось. Фух, почитаем вопросы. Так что я сюда лезу-то постоянно? Это рефлекторно, уже я извиняюсь. Не, нейтрону я ничего брить не буду. Будет он брить мне голову. Вот, я думаю, после победы я могу это потребовать. Не, со сливкой они, наверное, не играли. Так. Сегодня не удалось, это парень из клуба.
они когда-то там что-то. Когда норм турниры будут, тогда и собираюсь. Ну, и я, может быть, отборочные пройду, я не знаю. Так. За нейтрон будет мне брить голову за ее волосатость. Ладно. Короче, нужно, наверное, сыграть еще одну игру. Нет, я взял квоту на отборочные вторую стадию. Вот она будет 1 декабря. А потом еще будет третья стадия. И только потом. И ем. Вот. Да и настроение нормальное. Я бегаю уже как дней 10, наверное, подряд. Оно не может быть фиговое при таком раскладе. А Титан взял на третье отборочные сразу квоту. Вот только на Украине у Касса он сразу взял, остальные все будут. Но там нереально, там очень много крутых игроков, пройти будет очень сложно на самом деле. Какую рампу не закрыл я, почему? Не понимаю, о чем речь идет. Если про самое начало, так там колосс был. Ногой у меня связок растяжения уже давным-давно, ну, оно прошло как бы. Спасибо, ребя. Кто-то нашелся. Да, опять нейтрон тут меня пытается выцепить, хочет, видно, выиграть. Сильно. Ну, я уже выиграл, поэтому я расслаблюсь. Не хватает минералов. Ну понятно, понятно. Не хватает ни. Ладно, ничего не буду говорить по этому поводу. Не хватает минералов. Эй, куда ты? Не хватает минералов. Что-то я тут настроил, что-то все беспределят, весь ездит фиг пойми куда, блин. Кибернеточка пошла, рабочих стараемся, ну, переводить там, ну, не знаю, какие-нибудь выигрыши с этого могут быть. Нептун строит два пилона, у него точнее стоит, и строит кибернетку. Заказал мне газ. Это зря я ему дал. Не хватает минералов. Жизнь за Айур. Оп. Юра умеет Зила там управлять. Вот это да. Ой, да что же это такое? Ну что же это так? Ну что же это такое? Да я прикалываю еще, да. Я здесь. Все
все у порядке. Что ты? Не хватает минералов. Что ты? Пустота. Опа, меня принимают, братва. Зила стоит непорядок совсем какой-то. Я здесь, среди теней. Требуется. Отступаем в тень. Жизнь за Айур. Заболеваем пилона на гейтах. Чтоб особо тут не строил ничего Юрий. Бревентус. Так. И я думаю, что в 20:00 я, наверное, на этом закончу. Я постараюсь еще до отъезда провести стрим. Но тут пить нечего, надо в магаз идти. И я думаю, что мы в скором времени увидимся. Можете задать мне какие-нибудь вопросы, пока я не ушел. Вот, и... Так. Сломал полностью. Вот я еще суть не знаю этого интернет-баяна. Проломай полностью. Видел, что там только мужичок какой-то был. Так. Не, пивка, ребята, не пейте, это вредно. Вот. Пейте, если что, там покрепче, если пьете. И редко очень это делайте, и немного пейте. Нравится за всех играть. Футбольная команда любимая, если имеется в виду клуб, то ХЗ, как бы болею за наших в Еврокубках и за сборную, а так как бы конкретно не могу назвать. За автографами прийти как-нибудь. Ну, я вот, ну, второго уеду. Я думаю, можно, нужно как-то просто на стриме это узнать или в вопросах написать. Вот, с ногой уже все в порядке, было растяжение связок. Блин, извиняюсь, кто только пришел, ребят, выложат запись просто уже порядочно время. Ну, да не порядочно, 3 часа, ну, как бы... не собирался я сегодня дольше стримить, возможно, еще турниры вечером постримлю. Вот. Так что спасибо большое всем за внимание.
коленных, да, коленных связок было. Это в прошлый Новый год было уже, но до сих пор себе дает знать. Ну, сейчас бегаю, ногу разминаю, так что... Все, братва, спасибо. Я тоже всех вас рад видеть. Я думаю, что в скором времени...